вот такая маленькая как театральная остановка. Сделали все для блага людей, все для народа. Ну куда это годится? Не благоустроили, ничего. А там какой-то, наверное, киоск поставят, пинчук. Да. Вот и все. Ну ты раз забегала, что за остановка? Ну, а там была удобнее, она была больше? Да, она большая, мы почти тоже пошли. Мы все там, у нас по 60 человек собирается здесь, особенно когда огороды начинаются, сады. Да, сейчас а сейчас люди не входят, да? Ну, до кого здесь? Ну, представляете, дождь будет. Корова ляжет, просто не будет. Нет дождя, нет снега, никто не спрячется. Да. Ну это разве дело? Ну она больше на будку похожа, а не на остановку. Да, да, ну это разве дело? Не благоустроили, а ничего. Ну куда это годится? Мужики будут там же пиво пить. Вот, посмотрите, там же вам место-то есть, туда делать-то ну, больше. Ну что еще построить? Конечно, какую-нибудь пивнушку. Все для алкашей. Вот. Для